Яндекс Ньюс. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на радио Болтком «Открытая кухня». Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17:00 на радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. И сегодня мы обсуждаем социальный вопрос, который, тем не менее, будет связан с ресторанной сферой. А именно сексизм на работе, в профессиональной среде, скажем так. Как вы видите, сегодня у нас впервые в студии две очаровательные женщины, девушки, представительницы ресторанных профессий. Я с удовольствием их представлю. Это Эвелина Вышкин, директор ресторана «The Violetta», и сушеф Маргарита Данищук, сушеф, да? Поэтому сегодня у нас как кухня, так и управленческий состав. Будем разбираться, есть ли все-таки место женщине на кухне, правда или нет. Добрый вечер. Добрый вечер. Как у вас настроение? Волнительно. Да, волнительно. Ну, расскажите нашим гостям, ну, точнее, нашим слушателям, как давно вы в этой сфере, почему эта сфера, так вот, пару предложений себя представить. В этой сфере я около 4 лет. Пришла в эту сферу как-то сама, захотелось, как-то появилось желание работать на кухне. Мне сам этот процесс очень нравится, и, если честно, я не могу себя представить где-то в другом месте. Спасибо, Марго. Эвелина? Да, я, наверное, пришла в эту сферу изначально просто мысленно, то есть как-то интуитивно мне казалось, что вот ресторан – это вот мое все. Вот я там буду плавать, я там буду жить, у меня будет все хорошо. Это когда я познакомилась с мужем, у него был ресторан, но он мне сказал: «Эвелина, ни в коем случае никогда ты там работать не будешь». Но, к счастью, судьба меня так, так скажем, кинула в аквариум, не побоюсь этого слова, под названием «The Violetta», где я работаю уже второй год, почти второй год, вот, и чему, безусловно, очень рада. Супер. Ну, звучит очень, на самом деле, позитивно. Хотя тема у нас такая сегодня будет острая, да, и где-то колючая, я бы сказала. Я надеюсь, что у нас тоже радиослушатели в этой дискуссии примут участие, потому что, ну, сейчас во всех СМИ, неважно, это Европа, Россия, Америка, все обсуждают феминизм, права женщин, за что можно бороться, где там мужчины перегибают. Если мы говорим про ресторанные вакансии, профессии, должности, я как человек, который занимается наймом персонала, могу с уверенностью сказать, это прям 100%, в Латвии нет разделения, что директор мужчина получает больше или там директор женщина получает меньше. Такая же история с сотрудниками кухни. Нет такого, что шеф-повар, су-шеф или помощник повара будет получать больше, чем женщина, да, на этой позиции. Как вы считаете, вот есть ли все-таки этот сексизм в данной сфере? Там, Эвелина, может быть, с точки зрения управления, да, отношения с подчиненными. Марго, с точки зрения все-таки су-шеф, это та позиция, до которой нужно дорасти. Сложно ли было доказать своим, я так понимаю, в большинстве мужчинам, да, коллегам, что я могу, и я, ну, ничем не хуже, чем там мужчина-повар, мужчина-су-шеф. Можете выбрать, кто первый ответит. Интересно. Я думала, в этот раз Эвелина начнет. Эвелина. Да, я скажу так, что именно в плане коллег я с этим, наверное, никогда пока что еще не сталкивалась. Может быть, мне просто повезло с командой, потому что она у меня очень классная, все ребята очень адекватные, не побоюсь этого слова. То есть, конечно, бывает, что... Ну, то есть у меня, например, есть пара официантов, которые чуть старше меня. Конечно, может быть, их иногда бесит то, что я их ругаю. Да? По возрасту, но, это не по полу. Но так, в принципе, нет. Угу. Бывает очень часто именно гости, которые заходят в ресторан, зачастую это мужчины, которые... так скажем, бывает, что нагрубят или как-то пошлют вот на 3 буквы, бывает. Ну, то есть именно вот такие моменты, которые у тебя спросят там, а ты здесь кто? Ты когда им отвечаешь, они обязательно рифму какую-то придумают, то есть такое бывает. Рифму вы имеете в виду матную какую-то? Да. Ну, как, да. В эфире не будем произносить, цитировать. Вот. Также, например, бывали случаи, когда у нас вот девушка там на хостес работает, это
человек, который встречает гостей. Она работала, ее хоп по попке. Или там официант подходит к столику, спрашивает, официантка, девушка, принимает заказ. Ну, ее точно так же как-то интересно. То есть, ну, эти ситуации не часто происходят. Один на миллион. Но они бывают. И то есть, учитывая, что я скажу, что именно в Завилетто я работаю там чуть меньше 2 лет, уже на практике за вот эти 2 года 4 случая таких были. Когда, ну, как бы ты отходишь от гостя, тебя прям колбасит. Ну, особенно, наверное, это накаляется в период там новогодних каких-то праздников, когда люди расслабляются, начинают выпивать и где-то уже стирают эту границу между вот стоит красивая девушка, с которой он мог бы в баре познакомиться, или все-таки это человек, который работает и дарит им обслуживание, да, то есть следит за тем, что все вкусно, красиво, быстро, в конце концов, ну, то есть стирается понимание. Кажется, в этом проблема. Может быть, да. Может быть. Ну, то есть, больше это, этот вопрос может связан быть с гостями, по вашему мнению, нежели именно на должности вот с подчиненными, да? Ну, просто, я не знаю, как правильно сказать, но с мальчиками-официантами такого не происходит. Им не будут хамить в ответ, как-то пререкаться, такое. И то же самое с директорами ресторана, да, когда гость недовольный, он говорит, позовите мне директора, чтобы мы решили этот вопрос, то с мужчиной там уже никто не будет долго пререкаться. А когда прихожу я, бывает, что начинается какой-то перебор и какая-то лексика, хотя я не скажу, что я девочка-блондинка с голубыми глазками, которая хлопнет и скажет, что извините, ну, конечно. То есть, вроде как, стержень тоже есть. А как выходить из таких ситуаций? То есть, где вот эта граница между нагрубить, нахамить, послать? Да, вообще это, ну, бывает ли, что доводят до этого? Или вы находите какие-то уже для себя, у вас есть заготовки, не знаю, фраз, которые тушат этот пожар во время такой истории? Заготовок нет, потому что все очень индивидуально. Но никогда еще не доходило до какого-то мата. Нет. Как бы, мне кажется, в таких ситуациях, как бы, какой бы человек ни был грубым, ты всегда должен оставаться выше него и не позволять себе так же действовать, как этот человек. Как бы, если человек такое допускает и делает такие вот высказывания в твою сторону, ты должен просто это как-то проглотить в себе, улыбнуться человеку, как-то ему помочь, как-то его удовлетворить, чтобы он все-таки остался доволен и ушел поскорее. Ну, как бы так. Ну, а если про кухню мы говорим, Марго, встречались ли вы? Я не могу сказать, что я встречалась бы с таким. Да, труднее девушке, например, найти работу на кухне, если ты хочешь как-то повышать свою квалификацию, потому что, во-первых, поварство – это очень трудное дело. Это много часов, это много времени, много внимания надо этому всему уделять. И как бы многие люди считают, что девушка это может все не вынести. Именно в плане физического, да, труда. Да, физического. Может быть и морального. Ну, как бы это зависит тоже от человека. Я как бы считаю, что, как и говорится, что повар – это средний пол. Там и может быть и девушка, и мужчина. И в некоторых случаях девушки делают намного больше, чем сделал бы какой-нибудь мужчина. Как у нас была, например, такая шуточная история на работе, что пришел парень на пробный день, весь такой брутальный, весь такой взрослый. И я ребятам в шутку говорю, я говорю, постоит человек пару часов, и он просто развернется и уйдет, потому что он не сможет этого выдержать. Если мы можем показать себя такими сильными, но это не значит, что мы внутри такие же, как бы такого плана. И что, он в итоге ушел через пару часов? Да, он ушел через пару часов, он даже не отвечал на звонки. Но это чисто индивидуально. Как бы не могу сказать, что в моей жизни встречались такие прям истории в плане того, что вот ты девушка, ты должна стоять там на одной позиции, ты делаешь минимальную вот эту работу без каких-то, не знаю. Ну, если, предположим, да, вы видите, что какое-то блюдо нужно видоизменить. Ну, там, не совсем кардинально, да, а где-то не хватает соли, где-то что-то в подаче подправят, там, остывает быстро, теряет
такой вид ну, красивый, да. Вы можете это сказать шеф-повару? Он прислушается? Если у меня есть какие-то мини-идеи, я обсуждаю это все с шеф-поваром. Да. Но я всегда говорю, что последнее слово за ним. Угу. Я ему что-то предлагаю, даже если нам в плане того, что хотят что-то новое привести или что-то новое ввести, мы с ним это обсуждаем. Он прислушивается, может не прислушиваться. Он же мой шеф, и он мой руководитель. Как бы я даю ему свои советы, какие-то свои предпочтения, он их выслушивает, и зачастую он соглашается со мной, зачастую нет. Это понятное дело, потому что он мой шеф. Угу. Как бы. А если вы являетесь су-шефом, то под вами есть еще ребята более молодые, да. Более там неопытные. Не молодые, мы все разделены по возрастам. У меня коллега, который старше меня на 12 лет. Ты просто молоденькая. Да, я просто молоденькая. Как бы, да, я стала су-шефом довольно-таки в раннем возрасте, да. Я бы не могла представить 3 года назад, что я попаду в такое замечательное место и стану там су-шефом, и я буду очень счастлива и рада, и буду гордиться этим. Ну, достойно уважения. Я, правда, поскольку ну, вас знаю, знаю, как вы относитесь там даже к приготовлению какого-то соуса, который отдельно идет к блюду. Ну, именно так и достигается успех. То есть вы не относитесь к этой работе, как вот пришел для галочки, отстоял эту смену, да, тяжелейшую, я считаю, на ногах. Вот видно, на руках есть там и ожоги от кастрюли, и все. Ну, то есть это действительно очень тяжелый труд. Поэтому... Маргарита, респект огромный. Но... Я хотела сказать, что поскольку у нас сегодня вот две такие представительницы этой профессии, они не просто сегодня пришли познакомиться, рассказать о своем опыте, но также пригласить к себе в новое место, правильно, Эвелина? Может быть, вы расскажете, куда да. именно мы сегодня приз разыгрываем? Мы сегодня разыгрываем подарочную карту в магазин The Violette, который открылся в Рига Плазе, чтобы это было удобно не только, так скажем, центровым. Центровым. Ну, кто живет в центре, в Пурцемсе. Далее точно так же, чтобы было удобно тем, кто живет за Двиной, приехать в Рига Плазу, походить по магазинам и обязательно потом зайти к нам. Там на месте можно купить и рыбу, и морепродукты. Можно отобедать, поужинать. Есть роу-бар, fish and chips. Вот. И, ну, собственно, туда да, разыгрываем подарочную карту. Будем супер. Ждать в гости. Супер. Подарочная карта на 50 евро. Сегодня условия конкурса таковы. Значит, вам нужно придумать ресторан, где работают только девушки и на кухне, и в зале. Как он будет называться? И, может быть, парочка каких-то особенностей концепта этого ресторана. Например, есть Рапопорта ресторан. Китайская грамота, там все девушки с красной помадой в очаровательных таких, в военной форме, такого хаки цвета, и вот там только официантки и все брюнетки, кстати. Очень красиво смотрится. Вот вам надо съездить. Для вдохновения. Да, я, значит, повторю вам, условия конкурса – это нужно придумать ресторан, где работают только девушки, и в зале, и на кухне, придумать концепт, название. И, конечно же, отправляйте нам варианты ответа на номер 2306191, 2306191. И в конце программы мы обязательно подведем итоги. У нас сегодня Катя Касьянова в студии, продюсер, помогает в очередной раз разгребать ответы. У нас остается не так много времени до рекламной паузы, но я думаю, что я могу быстро вам зачитать небольшую статистику, которой я прибегла, пока готовилась к данной программе. Конечно, она больше относится к российскому рынку, но я думаю, так как по менталитету мы схожи с россиянами, это будет актуально. Не так давно вышло исследование агентства «Михайлов и партнеры», аналитика, да, посвященному гендерному неравенству в России. По данным опроса, 70% одобряют ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчин, но почти столько же готовы осудить за то, что ты вот сидишь на работе, а не с детьми и борщи варишь. Да, это, значит, первый факт. И больше половины респондентов не осудят работодателей, которые не примут на работу девушку из-за возможного декрета. А 40% одобрят заявление о домогательствах в офисе. И хотя в России женщины занимают всего 45% руководящих должностей, они занимаются в основном кадрами, бухгалтерией. То есть вот именно женщин-директоров всего 8%. Представляете?
Такая вот статистика. Очень интересно. Да. Но касаемо декрета, это тоже такой острый вопрос, потому что когда я провожу, опять же, собеседование, естественно, по трудовому законодательству я не имею права спросить, вы женаты, вот, если вы замужем, есть ли у вас дети, а планируете вы детей? Это абсолютно личные вопросы. Но я бы сказала, 90% владельцев ресторанов хотят видеть универсального солдата, такую, если даже это женщина, то абсолютно такой робота, который не будет ни семьи, ни детей, ни мужа, который ждет вечером, и даже ни друзей. Вот это, на мой взгляд, большая проблема. Потому что, ну, конечно, нам всем хочется, вот раз нашли такого супердиректора или супершеф-повара, чтобы он до конца своих дней стоял и работал. Но, в конце концов, крепостное право отменено. Вот это достаточно тяжелые реалии. Вот это, на мой взгляд, где в Латвии можно напрямую столкнуться с сексизмом. То есть, возможно, в коллективе нет, с гостями, да, бывают ситуации. Но верхушка этого айсберга – это вот именно такая история, что изначально люди не хотят, чтобы у кого-то была семья, дети и другие обязательства помимо работы. Ну, потому что многих людей интересует, чтобы приходил человек, как робот отстоял все эти дни, и больше ничего не имел, как бы, чтобы вдруг с работы соскочить, сорваться к детям, к семье, как бы такое. Ну, у меня была изначально такая ситуация, когда я только-только устроилась и работала, ну, грубо говоря, с 10 утра до 10 вечера, иногда до 11. Это было 7 дней в неделю, это когда ресторан открывался. И, конечно, мой муж не был рад этому факту. Ребенок как бы еще не сильно тогда понимал, окей. Но то есть дошло до такого момента, что мне сказали, ты как бы, девочка, выбирай, или ты со мной, или ты в ресторане. Но, слава богу, у меня хороший работодатель, который пошел мне на уступку, и мы с ним нашли какую-то золотую середину. Иногда, конечно, он эту середину вспоминает. Но мне просто, наверное, повезло. Вот, потому что я знаю, у меня есть директора, которые до сих пор, ну, не знаю, уже как бы пора и замуж выходить, и детей заводить, но они сидят в ресторане с утра до вечера, у них нету элементарно просто молодого человека, с кем вечером пойти в кино, потому что они в ресторане. Либо зато этот человек может из этой сферы. Я думаю, это просто люди-фанатики. Нет, я вам скажу, что если бы у меня не было бы семьи, я бы тоже была этим фанатиком. Вот я бы сидела там круглосуточно. Мне там очень нравится. Я абсолютно согласна. У меня там все хорошо. Раньше, до семьи. Ну, по крайней мере, у меня сейчас так происходит. 14-16 часов, надо выйти в Новый год, давай, до 4 утра поработать. Ну, как бы я могу сказать, что сейчас в данной ситуации я фанатик. Я на работе почти чуть ли не каждый день. Иногда даже раздражает меня. Да, я даже раздражаю директора, как бы, это нормально. Ну, нам есть еще, на самом деле, что обсудить. Я для вас подготовила много интересных фактов. На данный момент нам нужно уйти на рекламную паузу. Открытая кухня в эфире. Микс Ньюс. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. Сегодня у меня в гостях Маргарита Данищук, сушеф, Велина Вышкин, директор ресторана. И обсуждаем мы сексизм в профессии. Есть ли он в Латвии, есть ли он в ресторанной сфере. И напоминаю, что у нас разыгрывается 50 евро подарочная карта в The Violetta Riga Plaza. И условия конкурса таковы, что вы должны придумать концепт ресторана, его название, где работают исключительно девушки. Отправляйте нам свои варианты на номер 2306191, 2306191. И мы продолжаем. Итак, мы пришли к тому, что сексизм есть среди гостей ресторанов, что пристают чаще к официанткам и не воспринимают зачастую директора или хостес. Пришли к тому, что физический труд на кухне очень тяжело, да, и стоит усилий для того, чтобы не сорваться, не сломаться и дойти до конечной цели, стать су-шефом, как Маргарита в столь юном возрасте стала. Да. Если бы можно было здесь аплодировать, мы бы вам обязательно, да, поаплодировали. Я хотела поговорить еще по поводу дискриминации возрастной. Да, мы затронули тему семьи.
Я, например, никогда не сталкивалась с дискриминацией именно вот как женщины, но были ситуации, что по возрасту, вот Эвелина как раз сказала пару слов про это, что тебя тяжело воспринимать, если тебе там не за 30, да, потому что, ну, это, мне кажется, еще советское такое мышление, если тебе до 30, ты еще зелененький такой овощ, который ничего в этой жизни не видел и чему там учить может. Мне кажется, даже не то, что тебе не за 30, а просто вот это именно разница в возрасте. То есть, грубо говоря, тебе 30, а там будет 50. Там даже вот так может быть. Ну, то есть, именно разница в возрасте, потому что людям сразу кажется, что если они старше, то у них там и 25 вагонов за них опыта и знаний, да. У нас, кстати, есть вопрос от слушателей или мнения. Давайте наденем наушники. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. А вот мне интересно так отметить обстоятельства вашей передачи такое, что заявлено как проявление сексизма в этом самом в ресторанном бизнесе, и в то же время конкурс объявляется чисто сексистский. Да, на концепцию чисто женского ресторана. Чисто женского ресторана. Не кажется ли вам, что вы таким образом поощряете посетителей сексистов, которые будут приходить именно в первую очередь мужчины к девушкам? А вообще можете еще попробовать пенсионерок, этот самый женщин-пенсионерок, ресторан, типа у тещи, борщ у тещи и так далее. Ну, насчет поощрения сексизма. Спасибо. Спасибо. Интересное мнение. Ну, кстати, еще один есть звонок. Давайте сразу послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый. Я вот хочу с девушками поделиться своим опытом, каково быть молодой женщине в бизнесе. Когда-то, уже очень давно, я уже не могу себя назвать настолько молодой, мне пришлось работать в бизнесе, в котором женщин вообще нет. При том, что я была руководителем, развивала здесь бизнес, в общем-то, исключительно мужской, связанный с аудиоаппаратурой, с хорошим, прям очень хорошим звуком, с домашними аудио-видеосистемами и так далее. И, в общем-то, у меня такое есть смутное подозрение, что и женщины, вот, по крайней мере, на территории Прибалтики, если не дальше, я, наверное, была единственная такая. Я вам хочу сказать, можно справиться, да, если вы чувствуете внутри уверенность в том, что вы делаете, если вы увлечены, если вы знаете, что вы делаете, то, в общем-то, может быть, не сразу. Скажем так, чем больше нарастает ваша внутренняя уверенность, тем меньше проявляются гендерные отличия, да, то есть это в какой-то момент перестает иметь значение, более того, это играет сильно в плюс. Ну, так что... Согласна. Скажите, а можно я вам вопрос такой задам? Мы вот чуть позже процитируем одну известную феминистку, да, из России, которая написала целую книгу о том, как существовать на работе, где в основном мужчины. Это как раз вот в тему вашему ответу будет. Скажите, вы придерживались какой-то враждебной тактики по отношению к своим коллегам-мужчинам? Или вы изначально были за дружеское такое общение? Нет, конечно. Ни в коем случае никакой враждебной тактики, даже, ну, в общем-то, все мы люди, да, то есть для меня совершенно понятно и четко было, что мы в первую очередь, что называется, человеки с руками, ногами, головами, с какими-то знаниями, умениями, стремлениями, и вообще-то это имеет, ну, первостепенное значение. Ну, вот, а все остальные гендерные дела, это уже, знаете, это вот вышли с работы и там уже, пожалуйста, можно быть мужчинами, женщинами, там кем угодно. Потрясающее мнение. Там спасибо вам огромное. Хорошего вам вечера. Спасибо. Ну, я хотела, чтобы мы прокомментировали и первый, и второй наш звонок. Что скажете по поводу первого? Растерялись. Мы просто... Мы пенсионерок готовы позвать в женский ресторан. Почему нет? Чтобы не было возрастной дискриминации. Нет, это же просто как... Даже не шутка, но просто как концепт. Абсолютно никого не отталкивающий, не обижающий, так скажем. И просто как идея. Здесь рестораны, где только мужчины-официанты. Да, да. И так, наоборот, мне кажется, это такой уравнитель, не сексизм его проявления. С этим не связанный конкурс. Да. Извините, если мы описали вас, мы не планировали так делать. На самом деле, больше, в шутку перевели, что так разбавить творческой какой-то ноткой. Да, про второй звонок хотела еще добавить, что, наверное,
если еще мужчины, как бы, и вообще люди уважают себя, то они никогда не будут вот эту злость и какую-то сексуальные эти все флюиды пускать в работу и как-то разделять, ты девочка, ты мальчик, если ты профессионал, то ты профессионал, неважно, ты в юбке или в штанах. Да. Вот да. Я как раз к этому хотела вам тоже зачитать небольшой отрезок, да, из статьи. Значит, есть достаточно известная, как я уже сказала, феминистка Залина Маршинкулова. Это тот известный факт рекламы, который всех взбаламутил, реклама Рибок. Помните, где сесть там на лицо и так далее, не буду дальше продолжать. Вот, она написала книгу, которая, собственно, как-то такое, инструкция по выживанию в таком жестоком мире, как она считает, да, где нужно бороться женщине за свои права. И она вот как раз рассказывала, что она работала, ну, в одном там месте, да, ей было 23 года, ей дали ответственную руководящую должность в известном агентстве, да, и у нее было 7 человек в подчинении, и, значит, один из них, там, из мужчин, сразу выразил свое недовольство, недоверие, хамски начал к ней как-то относиться, ну, как она, по крайней мере, рассказывает, да, и она это объясняет вот чем, что он, ну, пытался, в общем-то, с ней соревноваться, не мог усомниться в ее компетенции, в ее профессионализме. И вот она, значит, пишет, что могла бы его просто уволить или задавить, но она себя считает настоящим воином, и победа для нее – это переубедить врага, влюбить его в себя, то есть даже, не, может быть, не эротически, а именно по-человечески, да, чтобы они в итоге стали на одной волне. Вот. И, значит, она мягко и вежливо дала ему непростое задание – с которым он должен был справиться. Он сказал, что не могу. Она ему доказала, что это задание выполнимо, и предоставила доказательства. Вот. И меня достаточно смутило ее вот повествование, когда она дала вот этому задание. Она говорит, война разгорелась, теперь он мне начал все дальше доказывать, что он может, и задание еще сложнее выполнить. И говорит так, что ему нужно было прежде всего доказать, что он не чмо и не трус. То есть, мне кажется, если женщина в коллективе изначально будет мужчину или женщину, неважно, любого человека, рассматривать вот сразу с каких-то оскорбительных слов, здесь уже это больше вот как раз, как наша звонящая радиослушательница сказала, ну, вопрос о том, какой ты человек, а не женщина или мужчина. Ну да, это зависит от того, какой ты человек и как ты к этому всему относишься. На самом деле, я не могу сказать, что есть какие-то отличия у мужчин и у женщин, где они должны работать, где они не должны работать. Это все зависит от самого же человека. Как бы, если девушка желает работать поваром, даже если люди считают, что это слишком для нее будет трудно, а кто знает, вдруг у нее все получится, и она пробьется, и для нее это будет самое лучшее. При этом мужчины могут работать в тех профессиях, в которых как бы мужчины не видят, но он считает себя там тем человеком, который он есть. Ну да, те же стилисты, парикмахеры. Ну вот, ну как бы... Зачастую супер крутые профессионалы. И... Как бы да. Как мне вот, например, в техникуме у нас было с преподавательницей, мы сидели, это был какой-то урок, и она сказала, у нас была тема бара. Она сказала, что вообще в основном бармены – это мужчины, потому что бар и мен. На что я у нее спросила, а почему нету такого, ну почему разделяется именно, что бармен должен быть мужчиной? Она говорит, но представьте, вы заходите в ресторан, вы хотите, чтобы вас обслуживала красивая девушка, но при этом в баре должен стоять симпатичный мужчина, который должен делать вам коктейли. И она это преподнесла так, что в барах женщин не должно быть. Ну, мне кажется, достаточно шаблонное у нее мышление. Ну да, у нее было такое очень шаблонное мнение, которое мне не очень понравилось. Что возьмите, даже к нам приходил сюда владелец, да, Антон Жилин, Cloud Nine Bar. У него в баре несколько девушек работают, потрясающе талантливых, сильных, выносливых, которые точно так же до 2 часов ночи, а то и дольше, конечно, могут простоять за баром, также радовать своих гостей. И я думаю, что и чаевые они получают иногда и больше, чем опытные мужчины бармены. Ну да. Поэтому, ну, не знаю, я не вижу вообще никакого смысла вот разделять. Вот, когда вы меня позвали на передачу, я почему-то вот вспомнила вот этот момент, который у меня вот произошел во время моей учебы. Угу.
Ну, это такое вот и ее субъективное мнение было, что бармен – это мужчина-бармен. Угу. И как бы девушка не должна быть. Ну, есть, есть просто очевидные физические, да, особенности. Ну, да, бочку пива тяжело. Ну, как бы бочку пива, да. Да, но ящики с вином. Да, но при этом ты же не один работаешь. Конечно. У тебя есть кто-то, кто тебе поможет. Опять же, здесь уже от человека, насколько он правильно выстраивает в коллективе отношения. Да. Если он будет ходить и говорить, я девочка, я не должна ничего поднимать, да, или там наоборот будет парень, который будет там кидаться этими бочками, ну тут уже надо просто находить равновесие. Знаете, как в ресторане, когда я прихожу, вижу, что Маргарита берет огромную коробку там с арбузами, не знаю, с овощами. Mm-hmm. Я говорю, так, мальчики, быстро, почему девочки? Девочка носит. И мне мальчики такие, у нас здесь равноправие на кухне. У нас здесь все одинаково. Ну, как бы да. Но, тем не менее, вам же предлагают помощь, правда? Нет, это да. У меня шикарный коллектив на работе, и мы друг другу очень все помогаем. Ладно, не надо их это слушать, знаются. Да. Как бы да. Относите ли вы себя к феминисткам? Как задумались наши гости? Вспоминаем, что такое феминизм. Да, нет, просто это действительно сейчас самая такая холиварная тема, я бы сказала. Нет, я не отношусь. Нет, я тоже, я не могу сказать. Нет, я не отношусь. Почему? Ну так, сейчас еще раз заставил девушек задуматься, почему, занервничать. Ирина? Почему? Почему? А я хочу стоять за мужем, у меня все очень просто. Я замужем, у меня поэтому все так очень просто. Очень легко, я там себя очень комфортно чувствую. Я готова работать, но работать себе в удовольствие. Для своего развития, правильно? Да, для себя, любимой, чтобы не сидеть дома и не сходить с ума. И если мой мужчина меня в этом поддерживает, это великолепно. А если меня мужчина в этом не поддерживает, то это не мой мужчина. Ну, как бы. Вот, поэтому я себя отношу как бы к тем девушкам, которые надо работать для себя. Понятное дело, что если это не та ситуация, где тебе, где ты считаешь каждый цент, да. Ну, это уже жизненное обстоятельство. Это уже просто другое, да. Но я считаю, да, я люблю быть за мужем. Мне это нравится, я люблю мужа, вот. Ну, передаем привет мужу. Привет. Ну, я не знаю, я не смогу, наверное, объяснить, не смогу, наверное, так правильно ответить на этот вопрос. Ну, как бы, я не отвечу, наверное. Ну, как бы, я не сторонник этого. Да, именно движение, вы имеете в виду, как сейчас именно это движение, проявляется. Я не сторонник. Да. Ну, как бы, и мне, кстати, такие люди даже не встречались в жизни. Феминистки? Да. Я вас познакомлю. А, хорошо, великолепно. Чтобы наши радиослушатели не подумали, да, это не я тоже против именно того бунта, который сейчас повсеместно происходит, что в любом клипе, в любом фильме теперь находится повод для того, чтобы сказать, вот, идет популяризация того, что женщину можно ударить, или что женщина там только дома должна сидеть. Я против ярлыков. Вот так отвечу. Ну, конечно. Если это, я хочу, кажется, работать, и у меня точно так же, как и у Велины, да, есть маленький ребенок, я работаю себе в удовольствие. Я хочу зарабатывать деньги, я это делаю. Я хочу развиваться, я это делаю. Но я точно так же буду уважать своего мужчину, с которым я рядом. Я за то, чтобы обязанности дома разделялись, да, что мы вместе проводим время с ребенком. Это все нормально, и в каждой семье есть свои, в конце концов, правила, кому как удобно. Кто гладит, кто не гладит, кто выгуливает ребенка, кто не выгуливает. Да? Ну, выгуливает ребенка. Да, ну, это очень интересно звучало. Ну, в общем, вы поняли, что я хочу сказать. Дети нас выгуливают. Да, наверное, так. Да, ну, просто как бы живи себе, потому что все-таки ехать бороться с феминистом, точнее, с антифеминизмом, нужно ехать куда-нибудь вот в Арабские Эмираты, вот там это будет к месту. А так вот сейчас современно в европейском обществе, ну, просто нужно с человеком оставаться. Не вижу, зачем популяризируют это, если честно. Да, да. А, ну, это наше, опять же, субъективное мнение. Да. Кто-то может согласиться, кто-то нет. Я напоминаю, что у нас действует очень интересный конкурс сегодня. Это розыгрыш 50 евро, подарочная карта в The Violetta Riga Plaza. Условием конкурса является придумать ресторан, название и концепт, где будут работать исключительно девушки. Свои варианты ответа мы по-прежнему ожидаем на номер 2306191, 2306191, и в конце программы подведем итоги. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Это прекрасно.
Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер, я бы сказал, не бойся ложки, бойся вилки, то есть один удар, четыре дырки. Не надо бояться сексизма в том смысле, что он должен быть на уровне флирта и без унижения. Иначе будет какой-то, можно сказать, амазонки просто будут, и все, недотрожки и образно, да, то есть, конечно, и как я сказал, без унижения должно быть. Иначе, ну, то есть жизнь немножко такая более, ну, то есть не жизнь, в конце концов, если так глубь философски посмотреть. Больше надо вот то, что бояться... Hello. Да-да-да, мы вас слушаем внимательно. То, что бояться, надо бояться вилки, это... Надо бояться того, что рабский труд в копках поощряется. Но это же ненормально. Это ненормально. Пусть нанимает третью, как говорится, или вторую смену, пусть работает. Это же нормально. Какая разница, кто работает? Пусть нанимает другого человека, который будет работать. Ну, нежели на износ. Но это же ненормально. Вы вот больше за оптимизацию, да? Да, ну опять, не роботы поставить, это опять будет, как в магазинах, поставим роботы, и тогда счастье. Не будет счастья. Счастье будет, когда человек занимается, он дарит свое внимание людям, как и было сказано, да, и таким образом он не перерабатывает, и его не использует. Ну, то есть, ну, имеется в виду больше, чем он может себе отдать. Иначе он и некачественно на самом деле и работает. Ну, сколько он на износ может работать? Согласна, это неправильно. Вот это самая главная проблема, я думаю, нежели вот такой легкий флирт и так далее, да. Да, спасибо вам огромное. Но по поводу ресторана я бы амазонки с легким флиртом назвал. А напишите нам, пожалуйста, ваш вариант ответа на номер 2306191. Мы обязательно вас тоже учтем. Спасибо, да. Спасибо вам. Доброго вечера. Ну, вот так вот. Ну, нужно, значит, нанимать больше людей, оптимизировать рабочий труд. Опять возвращаемся в той теме, про которую мы уже, вот, мне кажется, 2 месяца говорим на этой передаче. Людей нет в Латвии, где их взять? Ни женщин, ни мужчин, здесь уже никто даже не думает. Да, уже никто не остался. Да. Это очень трудно, на самом деле, сейчас найти людей, которые относятся так же, как и ты относишься к этому делу, с таким же вдохновением. Сейчас в основном люди такие, которые вот приходят, пришли они вот в 10, ушли в 10, никакого интереса у них не появилось, главное, чтобы у них была зарплата. Все. Угу. Таких вот людей, как я, фанатиков, очень мало осталось у нас в Риге, и они в основном все уже где-то сидят и довольны. Маргарита, довольна. А кем вы себя видите через вот 10 лет? То есть сейчас вам... Можно задать неприличный вопрос? Сколько вам лет сейчас? Мне сейчас 22 года. 22 года. Помню, я это хорошее время, когда не болела еще ничего, и можно было действительно... На самом деле уже болит. По 16 часов пахать. На самом деле уже болит. Сейчас я, наверное, ну... Тяжеловато, короче, это было бы, плюс имея там семью, но не об этом. Через 10 лет... Вы видите себя на кухне, видите себя шеф-поваром, или вы хотели бы, например, уже стать человеком, который исключительно занимается рецептурой, открывать там ресторан под ключ, именно кухню создавать, или вот так же еще присутствовать все время на кухне при вот этих высоких температурах? То, что я буду связана с кухней, это да, потому что я нашла то место, которое мне нравится. Uh-huh. А насчет того, чтобы через 10 лет буду ли я шеф-поваром или владельцем ресторана, или я буду создавать рецептуры, я не могу сказать. Потому что не знаю, как получится, но в планах, да, я хочу попробовать эту главу шеф-повара. Мне она интересна. А также мне интересно сделать что-то свое со своей идеей, со своими мыслями, сделать... Да, я хотела бы, наверное, сделать что-то свое, чтобы это было моим, и чтобы это всем нравилось, и чтобы это нравилось самой мне же. Буду ли я на кухне, не знаю. Но я не планирую, потому что это уже трудно будет. Ну, нет, это так, чисто пальцем в небо, то есть какие-то мечты скорее, да. Чем планы. Но я хотела бы, чтобы это все исполнилось, потому что, я, честно говоря, когда проходят все эти выставки, да, куда приглашают наших топовых поваров латвийских, я не видела в последнее время там женщин, именно шеф-поваров. Это надо менять. Да, наверное, надо менять. Это
Это, да, я попробую этим заняться. Значит, встретимся через 10 лет, посмотрим, исполнилось или нет. Да. Эвелина, а вот вы как управляющий рестораном, да, директор ресторана, различаете ли обслуживание женское и мужское, кто более стрессоустойчив, кто более гибок, возможно, в обслуживании? Ну, мальчишки более стрессоустойчивы. Да? Ну, то есть, да, у нас есть девочки в ресторане, которые... Если вдруг что-то пойдет не так, или какой-то тяжелый гость с тяжелой энергетикой, если мальчики это просто пропускают, как бы вот у них все вылетело, полетело, mm-hmm. то девушки, они это через себя больше, ну, проходят это через них. Mm-hmm. И бывает, что они потом заходят на бэк, у них глаза на мокром месте, или они подходят к ребятам, говорят, заберите этот столик, я не могу. Mm-hmm. Поэтому, ну, в этом плане мальчики, они... Они более стронг такие uh-huh. в плане обслуживания и принятия каких-то плохих комментариев или много вопросов, или когда человек пришел, вот у него, не знаю, там дома какие-то проблемы, он приходит, он уже вот с посылом таким, вот я вас сейчас здесь всех разнесу. Uh-huh. С мальчиками как-то это не проходит чаще всего. На девчонках отрываются наши гости периодически. Да. Мне очень жаль это каждый раз слышать. Потому что все так жалуются, да, что ой, там некуда сходить, еще что-то. На самом деле столько мест, столько разных вариантов, как провести свой вечер, так еще и вот такие хамские ситуации встречаются. Mm-hmm. Ну, это прям очень сильно расстраивает. Ну, это просто люди, которые с негативом приходят и пытаются его куда-то выкинуть. Ну, лучше сходить на бокс, ну, да, психологу, тоже. Чем вот так вот, особенно на девушках, срываться. Но у меня челлендж иногда с такими прям. Ну, я очень люблю таких гостей. Mm-hmm. У меня, наверное, какой-то иммунитет уже выработался. Если я вижу, что особенно есть девушки, которые вот приходят, такие все красивые, уже с посылом большого гламура, и у них начинается уже какой-то пальцы веером, вот я таких очень люблю. Это прям мои, идите ко мне, я с вами готова общаться. Ну, как-то, когда они видят девушку, вот девушки с девушками как-то они успокаиваются иногда, если еще красивая девушка. Если некрасивая, о, это там все, там беда начнется. Там начнется кто лучше, кто хуже. Соревновательный процесс, да. Как две самочки встречаются. Ничего, что это твоя территория. Да, да, да. Ну, обслуживающая сфера на вас, я вижу, обеих хорошо влияет. Эвелина да. стала уже так щелкать, как орешки, конфликтные ситуации. Марго понимает, что все впереди. И, может быть, действительно, да? Мишленовская даже звезда будет. Ой, в Латвии. Нет, если она придет, звезда, когда нам сделают дороги, тогда мы поговорим об этом. Идет она к нам или не придет. Угу. Хорошо, Катя Касьянова нам, как я сказала, уже сегодня помогает с конкурсом. У нас есть какие-то интересные концепты, может быть, озвучим? Да, добрый вечер, у нас есть несколько концептов, но, разумеется, сексизм тоже присутствует. Да, конечно, как нас и предупреждали. Угу. Название ресторана «Я тут». Работают только те, кто хочет выйти замуж. Одна проблема – текучка кадров. Что, какая проблема? Текучка кадров. Да. По поводу ресторана «Амазонка», да, нам прислали более подробный концепт. На кухне в зале только девушки. Оформление по греческим мотивам с уклоном в мифы. Но блюдо не греческой кухни. В основном подается дичь и прочая добыча. Лесные ягоды, пряные травы. Например, тетерев, запеченный с диким чесноком и брусникой. Как изюминка, в ресторане можно пострелять из лука. Друг друга. Друг друга, да. Мне название mm-hmm. нравится. Мне нравится. Амазон. Мне нравится концепт. Девушки ходили в листьях такие. Но это уже... Да, что дальше? Да. А еще ресторан «Воздушные розы». Все официантки и другой персонал в формах стюардесс. Блондинки. Окна ресторана круглые, как в самолете. На каждом столике маленькая модель самолета. Интересно, кстати. Интересно. Да. Почему, блин, это к нам нету? Вы туда сразу не подходите. Мы тут. Мы потому что тут. И еще вариант в джазе только девушки, ретро-стиль, музыка, джаз разнообразный, одежда, платье времен, когда вышел фильм, в интерьере музыкальные инструменты, воплотить в интерьере какие-то сцены из фильма. Еще на Фейсбуке был совсем сексистский комментарий ну, давайте по поводу параметров 90-60-90, что все прям... ходят в бикини.
Оно, ну да. А есть Хуторс, да, в Америке, да, если да, я да, не ошибаюсь? Да, собственно, на него... Слышали? Нет, я не слышала. Самое известное американское заведение, где девушки ходят в красных шортиках, обтягивающих. Все только блондинки с огромной грудью силиконовой. Надо у них вот такие топы белые, здесь написано Хуторс. То есть это такое пивное, да, по-моему, крылышки там всякие продаются. Ну, то есть это больше фастфуд, но как бы все равно есть обслуживание, да, девушки ходят и на роликах ездят, и так, и сяк. Очень много фотографий я вам после эфира обязательно покажу. Хорошо. Такое уже, в принципе, есть, ну, и существует на рынке. Ну, да, ну, собственно, да, автор сослался на Хуторс. А, да? Да. Да, ну, понятно. Я значит, угадала, это не описалось, что. 50 евро кому дарим? Мне нравится второй. Амазонки. Амазонки. Я думаю, это будут амазонки. Что, что еще раз? Да. Да? Да. Да, к тому же нам еще и мужчина позвонил, и мнение какое-то высказал, и это нас сблизило. Да. Ну, хорошо. Хорошо, да. Поздравляем. Да, поздравляем тогда с победой. После эфира с вами свяжется администратор, расскажет, как приз получить. У нас остается буквально еще пару минуточек. Не остается? О, все, наш мужчина за сегодняшним круглым вот столом. Вот опять они нами управляют. Что? Вы видели, что сейчас происходит. Ну да ладно. Спасибо, дорогие девушки. Эвелина Вышкин, директор ресторана «Завьелетта», су-шеф Маргарита Данищук. Желаю вам успехов, стойкости. И чтобы обязательно вы сохраняли свою женскую суть, чтобы были в гармонии с собой, чтобы с коллективом вам по-прежнему везло. Спасибо, да. Дорогие друзья, за ваши мнения и ответы. В эфире была «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. И встречаемся в следующий понедельник в 5 часов.